Ну, кота зовут Тимофей, ну, ласково все зовут Тимоша. Появился он у нас лет 8 назад, когда дочке было 2 года. Мы его взяли, то есть ездили, выбирали всей семьей. Ну, он такой своеобразный кот, с характером. Ну, еще в последние там, года 2-3 мы его регулярно стрижем, экспериментируем с различными стрижками, поэтому он у нас пристает и в образе динозавра, и в образе льва, так что кот у нас такой фэшн-кот, вот так можно сказать. К сожалению, собака у нас умерла вот буквально месяц назад, отравилась на даче, там, съела крысиный яд, ну, что сделаешь, бывает. Конечно, пес был замечательный, звали его Кекс, порода мопс. Может, он больше похож на мою супругу, а Кекс был больше похож, ну, наверное, на дочь, потому что она больше всего времени с ним проводила, и они примерно по возрасту, то есть если брать собачий возраст и ее, они были одинаковые. Это кошечка, маленькая, 5 месяцев. Вот, купил я ее. Вот так подумал, то что скучно дома одному жилось. Вот приобрел ее. Ее зовут Мила. Да, я на приставке играю дома в футбол. И она как-то наблюдает там, потому что игроки бегают в разные стороны, она быстро смотрит на них, играется. Ты считаешь, что ты похож на свою кошку? Нет, у нее с головой чуть не в порядке. Она носится по квартире, все кусает, зарядки, все. Зовут Чита, моя самая любимая собака, уже 7 лет вместе живем, и мне ее подарили в бывшей футбольной команде моего друга мама. И ну вот, уже 7 лет как вместе. Бегать очень энергично, я даже часто с ней выхожу, мячом играюсь и пытаюсь обыграть ее. Тяжело очень обыграть, ну, довольно быстрая собака.